Алло. Класс, класс. Дэн? Денис? Дэн? Да шучу, говори, привет, квадрат. Блин, как ты умеешь. Ты, блин, человек, не знаю, человек-легенда уже. Мне нравится фильм «Я легенда». Привет, привет, квадрат. Привет, дорогой любимый стример, привет, зрители. Блин, я так рад, что я даже не ожидал с самого начала. Еще сидел, ждал, когда же пробьюсь. Блин, опять зарядил меня мощным таким зарядом бодрости. Это хорошо. Это супер, это вот каждый стрим твой волшебный это делает. О, ну перестань, ну, все, молчу. У меня день рождения, я сегодня в конце концов могу выслушать всякие приятности. Мне приятно. Блин, так классно. Я еще просил с Бэтменом связанный вот это. И, блин, еще круче было, когда так кто-то подыгрывал музыку, вот говорил, блин, супер, каждый стрим так проходит. Ты знаешь, что у меня еще были перчатки Бэтмена, я их не одевал, потому что я не смог управлять бы. Ну, я знаю, там зато все знают, что были трусы. Трусы это были, да. Ладно, что ты нам скажешь сегодня, наш дорогой, драгоценный зритель? Конечно, сердечно хочу поздравить тебя с этой знаменательной датой. Спасибо, что ты есть, что ты создал We Love Games. Блин, вот реально, вот я среди русских стримеров, не знаю, вот никто не задевал. Вы так просто не ты. Там смотрели, чаще побывайте на Твиче, там, да, там есть достойный клиент. На эти места падал. Возможно. Спасибо, конечно, тебе вот за каждый стрим, реально, вот, целый день проходишь, устаешь вечером, вот, и самое то посмотреть, расслабиться. Самый кайф, реально. Спасибо. Лучше место, наверное, найти. Квадрат, ну я, вы на самом деле, я вижу, переживаете, не стоит переживать, у нас здесь дружная комьюнити, и дай бог, чтобы она оставалась на долгие годы таким же дружным. Конечно, отлично, не сомневаюсь. Поэтому не ругаемся в чатах и не пишем, что Алена бухая. Не бухая она. Не бухая, она просто спит. У нее завтра работа. Чего перестали? Она устала. В конце концов, может, чаю пила? О. Вот. Квадрат, спасибо большое, что вступил в ряды джентльменов. Все нормально. Все нормально. Спасибо тебе огромное. Вот, и... Собственно, ну что ж, может, дадим кому-нибудь еще тогда высказаться? Да, конечно, спасибо. А мы с тобой остаемся на связи, я никого из скайпа не удаляю, поэтому если что, пиши. Отлично, да, конечно. Все, давай, приятного просмотра, пока-пока.